Добрый день, уважаемые родители, дорогие ребята. Мы сегодня вас приветствуем в итоговом этапе конкурса марафона творчества, который был посвящен крещению Руси. Он проходил в формате онлайн на инстаграм-канале «Воскресная школа рядом». Большое количество участников приняло участие в данном марафоне. Они прислали фотографии своих работ. Все работы были замечательные. И, безусловно, мы всем очень благодарны за труд во славу Божию. Ну, а сейчас мы подведем итоги нашего конкурса марафона. И в этом мне поможет Татьяна Ивановна, как в прошлый раз мы уже беседовали с вами, когда отвечали на подготовительном этапе к марафону. Татьяна Ивановна у нас профессиональный художник, которая тоже, безусловно, видела все работы, да, Татьяна Ивановна, они были очень интересными, очень разнообразными, она видела и нестандартные подходы к решению вопросов и тематики нашего марафона, а также и действительно классические работы, которые выполнены на достаточно высоком художественном уровне. Поэтому сейчас мы огласим всех победителей нашего конкурса марафона. Итак, главный приз, как мы обещали, это вот этот чудесный мольберт. Я думаю, достанется по заслугам. А теперь в каждой категории, это были три категории, возрастные категории, мы объявим победителей первого и второго места. Итак, дошкольный возраст от 4 до 7 лет. Победителями являются. Младший и средний школьный возраст. Это 8-12 лет. В этой категории победители. Подростки. 13-18 лет. В этой категории победителями стали. Победители получат вот такие чудесные альбомы, карандаши, краски для творчества. И я надеюсь, что они будут помощниками в следующих их творческих начинаниях. И, Татьяна Ивановна, я хотела бы, чтобы пару слов сказали напутствие нашим будущим художникам, которые, я думаю, на этом не остановятся и продолжат свои творческие уроки, занятия и будут работать во славу Божью. Дорогие ребята, мне очень понравились все работы, которые были предоставлены вами на наш марафон. Очень не то чтобы удивляет, а радует то, что вы используете разные техники, абсолютно разные материалы. И я хочу вам пожелать, чтобы вы и в будущем не останавливались ни перед какими преградами. Творите, 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 дорогие ребята. И Бог вам в этом помощь. Спаси, Господи, до новых встреч в воскресной школе рядом. До свидания. До свидания.